У нас уже с тобой традиция встречаться на ярмарке, Олег. Но в прошлый раз было до выступления, ты шел бриться. А сейчас после выступления ты мокрый. Все, я вспомнил, я бриться шел точно. С триммером. Стример, да. Да, сейчас мокрый. Ну давай про свои ощущения. Ты видел вот этих вот девчонок, ты видел вот этих женщин, ты видел вот этих бабулечек миленьких, которые с тобой ракета, бомба, петарда. Что ты? Как ты? Ну, все по-своему они прекрасны, честно. Очень радует, что действительно и дети такие, ну, teenagers, такие 11, 12, 15 лет поют песни наизусть. Бабушки с золотым зубом поют эти песни наизусть. И женщина, и девчонки такие милфы. Как? Мы с тобой не виделись 2 года. Олег Кензов сейчас, это тот же, то, что был 2 года назад, или ты поменялся? Вот как ты, вот по твоему ощущению, какое главное изменение произошло в тебе как в личности? Я больше не хочу казаться, я хочу быть. Вот и все. Блин, ну так сказал, как, ну не знаю. Короче, блин, я просто хочу наслаждаться процессом, хочу наслаждаться дорогой, наслаждаться жизнью, а не. Ну, короче, я не знаю. А как вот научиться наслаждаться вот этим каждым моментом, каждым часом, каждой жизнью? Просто надо понять, что выбора другого нет. Так или иначе, мы все умрем. Блин, извините, да, открою сейчас вам правду. Вот, и поэтому, типа, а жить когда? Ну, выбора нет, и по-другому с ума сойдешь. А что ты сейчас делаешь не так? Ну, может быть, там, я не знаю, фильмы смотришь от начала до конца. Я не знаю, как вот поменялось вот это ощущение в тебе? Ну, может быть, с каким-то удовольствием что-то делаешь? Ну, я все делаю с удовольствием, если честно. Ну, только не в такую погоду. Ну, честно говоря... Гулять начал, я не знаю, там, собаку... собаку завел, точно! Как она там? У меня жена новая, собака новая. Жена новая? Звучит как-то обидно, знаешь? Сейчас новая такая задумалась. Нет, ну, прям ты прям женат? Да, да, женился. Во второй раз в своей жизни. Обещал, никогда не буду жениться, женился. А как ты понял, что вот это вторая, что вот надо жениться? Ну как так? Не объяснишь, как понял. Оно гормоны, знаешь, играют, увидел красивого человека. И как-то вот... И в унисон зазвучало что-то вместе с ним. И хочется, чтобы эта мелодия, которая играет в унисон, продолжалась бесконечно. Иногда быстрее играла, иногда медленнее. Иногда, возможно, была бы пауза, но, тем не менее, было продолжение. Как-то так нормально? Ну, нормально, да. Действительно красивая. Нет, можно даже песню написать. Знаешь, вот действительно красивая, в Инстаграме видела. Ну, какая у тебя красивая мама, ё-моё. Это же просто королева, красотка. И ты понимаешь, это как я почитала комментарии, там типа, мама? Да вы что врёте? Это подруга, сестра, там. То есть просто ей 17 было, когда я родился. И так у нас 17 лет разницы. Какой совет, который тебе дала мама или говорит какие-то слова, может быть, вот ты себе каждый раз повторяешь, когда во что-то ввязываешься, кому-то что-то обещаешь или еще что-то? Да не, мне мама всегда говорит, просто надо быть честным с собой в первую очередь и все, не обманывать себя. И жить хорошо так, чтобы другим не мешать. Вот и все. Мама тебя здесь как называла? Малый. Мало. Просто ярмарка – это ностальгия, мы здесь вспоминаем. Поэтому давай сейчас всем тем, кто что-то вспомнил, глядя на тебя, твои слова, может быть, запомнил, всем тем, кто любит ярмарку, пожелай, как ты умеешь, красиво, долго. Друзья, вспоминайте, кем вы хотели быть в детстве, о чем вы мечтали, что вам приносило радость и в каком настроении вы просыпались. И постарайтесь перенести вот эту детскую радость во взрослую жизнь. Это очень сложно, потому что сейчас, к сожалению, очень много мыслей, желаний и противоречий у нас в голове. Но, тем не менее, выходите на улицу, если вам плохо, грустно. Просто начинайте идти куда-нибудь, и вы придете. Слушай, я тебе хочу сказать, что вот когда я разговаривала 2 года назад, была одна как бы от тебя энергия и атмосфера, а сегодня просто как теплая одеялка. Поэтому, да, ты сегодня, Олег, теплая одеялка, знаешь. Я тебя... просто тогда до концерта был, знаешь, тестостерон, а сейчас я его весь выплеснул, и сейчас такой, типа, чайку. Да, и мне прям хочется передать привет твоей новой жене, она сотворила чудо. Гамарджоба, калишпера, саас... Морому. Давай что на турецком. Давай эксклюзив для нас, для всех. Ты же на турецком, ну так красиво. Да. Давай что-нибудь на турецком, прям 2 строчки для эксклюзив.
İnsanlar bekliyorlar, insanlar seni seviyordu arkandaki kapılar tek tek çes... Просто я татарка, да, и я очень много поняла, северым люблю, там все такое, да. Олег, идешь ты классным путем, пусть впереди будет лучше, чем когда-либо, каждый раз. И чтобы самое главное, вот этот ориентир, сверка самого себя, чтобы ты не терял. Я тебе желаю удачи. Как это, как говорится, если ровный, все равно, что дорога кривая. Это криминальный бит.